Наглядным примером торжества ленинской национальной политики нашей партии, братства советских народов, явились Дни Эстонии в Москве. Своеобразным отчетом, ярким рапортом республики об успехах и достижениях стала юбилейная экспозиция «Эстонская Советская Социалистическая Республика к 60-летию Великого Октября». Большими успехами встречают юбилей октября эстонские рыбаки. За годы советской власти в каждом рыболовецком колхозе появились современные рыбообрабатывающие предприятия. Многочисленные почины передовиков народного хозяйства, широко развернувшееся социалистическое соревнование убедительно говорят о глубоких переменах в социальных отношениях во всей жизни эстонского народа. В Советской Эстонии горючие сланцы стали основой бурного развития энергетики, газовой и химической промышленности. Сланцевая шахта «Эстония» оснащена передовой отечественной техникой. Механизированные животноводческие комплексы, научные методы ведения хозяйства, благоустроенные колхозные и совхозные поселки – таков сегодняшний облик эстонской деревни. На всесоюзной ударной комсомольской стройке, сооружении Таллинского парусного центра, эстонские строители вносят свой весомый вклад в общегосударственное дело успешной подготовки к 22-м Олимпийским играм. Столица республики Таллин – крупный морской порт. С каждым годом растет и хорошеет этот древний город. Город высокоразвитой промышленности, науки, культуры, искусства.